эфире прогноз погоды. Я Антонина Проценко. Здравствуйте. 15 января – Сильвестров день. В этот день в храмах совершают богослужение святому Сильвестру Римскому. Об этом чуть позже, а пока о погоде в Туле области на следующую неделю. В Алексине градусник термометра покажет минус 9, минус 4. В Ефремове минус 9, минус 5. В Белеве минус 9, минус 5. Но в Московске минус 9, минус 5. По прогнозам на следующей неделе температура в Туле будет колебаться от минус 10 до минус 5 градусов по Цельсию. Переменная облачность. Влажность воздуха составит 66-74%. Ветер северо-восточный до 6 метров в секунду. Возможно, небольшие геомагнитные возмущения. Следите за здоровьем. 15 января отмечают Сильвестров день или куриный праздник. Продолжаются гуляния, связанные со святками. Морозы усиливаются, но зато дни становятся длиннее. 15 января начинают мести метели и ударяют сильные морозы. На сегодня у меня вся информация. Будьте счастливы и больше улыбайтесь. С вами была Антонина Проценко. Увидимся с вами завтра в это же время.